Всем привет, с вами Калифорникейшн. Сегодня я решил начать новую игру. Прохождение Tom Clancy Ghost Recon Wildland. А события разворачиваются в Боливии. Это Латинская Америка. И мы играем в роли... Ну, посмотрите видео сначала. На прошлой неделе у посольства США в Ла-Пасе сработало взрывное устройство. Двое морпехов ранены, также пострадал прохожий. Спустя два дня источник ЦРУ в Центральной Боливии прислал нам эти фотографии. Наши аналитики опознали человека на фото. Это агент Рикардо Рики Сандоваль. Мой друг. Сандоваль 6 лет занимался местными производителями кокаина. Мы считаем, что Сандоваль был целью этого взрыва. Что не смогла сделать бомбу у посольства, они довершили лично из пристрастия. Сандоваля схватили, пытали и убили. Затем тело выбросили. Нам нужно его забрать. Наша цель — группа, ответственная за взрыв у посольства и смерть спецагента Сандоваля. Это наркосиндикат, который называется «Картель Санта-Бланка». Вчера это были наркоторговцы. Сегодня они наркотеррористы. Правительство противостояло мексиканскому картелю. Сформировали единство, боливийский отряд спецназа. Но все пошло не так. Затем были тысячи убитых. Политики, военные, журналисты оказались под угрозой. Боливийское правительство вырыло себе могилу. Новому президенту пришлось заключить сделку с Санта-Бланкой. Вы перестаете убивать наших, а мы не вмешиваемся. Санта-Бланка превратила Боливию в центр южноамериканской наркоторговли. С помощью друзей в Мексике они проложили канал США и Канаду. Санта-Бланку надо уничтожать по частям. Это единственный способ. Операция за операцией, пока не доберетесь до главаря. Производство. Контрабанда. Безопасность. И влияние. На вершине босс босса. Это самая большая шишка. Мечтатель. Ну вот, собственно, по сцене там объяснили немного. Мы играем в роли спецназа, морских котиков, не знаю, там. Короче, мы тень. Убираем потихонечку всех этих шишек, распространяем свое влияние в Боливии. Вот еще одна касцена, посмотрите. Да, я убил тысячи людей. Я поставлял больше наркоты, чем три крупнейшие фармацевтические компании вместе взятые. Я похищал детей у родителей, жен у мужей. Я вырезал целые семьи. Но я никогда не лгал. Все это преступление против человечества. Ложь – преступление против себя. Я руководитель организации Санта-Бланка. По-вашему, картеля. Я всегда мечтал о земле, где буду растить свою коку и делать свой кокаин. Где смогу вести дела без вмешательства полиции, правительства, армии, янки. В моих мечтах я слышал женский голос. Сынок, а если бы у тебя была собственная страна? Как Моисей, я привел народ в землю обетованную, Боливию. Мы пришли сюда, купили плантации коки. Что не купили, забрали. Мы купили полицию, армию, судей, политиков. Мы были на грани того, чтобы самим стать правительством. На тонкой грани, отделявшей меня от моей мечты.
мечты создать наркогосударство. Нацию Санта-Бланка. Вот такой мечтатель. Так. Я на самом деле уже проиграл в нее 150 часов где-то. Вот. Вот у меня уже прохождение на 106%. 18-й тайр. Это тайр открывается после того, как вы достигаете максимального левела. И вам за каждый уровень тайр дают там всякие приколюхи. Там оружие, какие-то скины, короче. Шмот. Ну и камуфляжа. Вот, как вы видите, я игру прошел на режиме призрака. Играйте кампанию в реалистичных условиях, только для настоящих призраков. По сути, вам дается одна жизнь. Одна. На весь сюжет, на всю игру. Если вы прошли, допустим, пол игры, замочили пол наркокартеля и вас убили, вы начинаете все заново. Вот. Я выберу пустую ячейку. Да. Сегодня я, грубо говоря, вам дам вводные. Кастомизирую себе человечка. Ну вот. А мне камуфляж должен ее забрать. Вот, забрали. Так. Будем играть за женщину или за мужчину. Давайте за женщину, я мужчина играл. Так, голову сейчас, лицо. Какое стрёмное. Так. Ёбан, блядь, кто это рисовал? Что у него с глазами? Покер. Страшная. Это тоже какая-то, да? О, губастенькая. Не да, подожди. Алкоголичка какая-то, блин. Так, давайте вот это самое. Какая, да? Вот эту выберем. Самое нормальное. Так. Цвет глаз. Карий. Зеленый. Серый. Голубой. Блондинку сейчас сделаем. Ясно. Растительность на лице закрыта. Бля, почему нахрен хотел все сделать? Так. Волосы. Бритая голова, косички. Йоу. Смотри, какой эрогез. Пушка. Так. Так как я кельт, давайте сделаем вот такую. Либо эрогез. Давайте выбритые стороны. У меня такая прическа. Окей, так, цвет волос. А, светлая блондинка будет. Черты лица. Нет. Мы ее будем красивой мамой. Так, окей. Смотрите, какая. Ух. Внешний вид. Параметры тела. Раскраска лица. Мы не будем. Духой снежный. Не, мы не будем на лице ничего рисовать. Татуировки сделаем. Где кельтские татуировочки у нас? Медведь. Видите, вот здесь вот вот эти вот татуировки там сзади нарисованы, как бы карты. Это выпадают, когда вы выполняете какие-то значимые задания, короче, либо с ящиков выпадает. Вот, короче, этот. Закрыта вот кельтская татуировка. Нордическая татуировка, ладно. Мы поставим визирь. Прям более такой похоже. Так, татуировка на левой руке. Орел и флаг. Химера. Что-то непонятное. Давайте вот. Боевой крест. Мы же спешл, ёпс. Так. Одежда. Футболочка. Так, мы будем играть в роли снайпера, потому что я сам служил
разведки снайпером. И у нас должно быть так. Снайперская. Так, топ. Рубашка пола. А вот у нас есть какие-то открытые. Годовщина Королама Ubisoft. Ячейка. Это, кстати, у меня здесь, по-моему. Вот. Смотрите, какая классная. Давайте ее и выберем. Мне нравится. Так, жилеты. Экзоскелет открыт остался. Это круто. Экзоскелет. Да. Блестящий. Вау. Брюки тоже экзоскелет. Нет. Так. Обувь тоже экзоскелет. Масхалат. Так, это Боливия, там есть джунгли, лес, камуфляжная сетка, волосы, это леший, так, лесник, ну вот это давайте лес выберем. Так, пока зеленый мы начинаем там, где зелень. Окей. Аксессуары. Аксессуары для глаз. Что у нас тут есть? Снайперские очки. Сейчас. Баллистические. Гарнитура разведчика. Киберпанк. Не пойдет. Так. Оклей. Нам нужно вот эти. Привет, масхалата. Может маску. Так, это балаклавы идут. Йоу, пошел. Йоу, газ. Сигары. Так, куфия. Нет. О, шлем экзоскелета сразу один. Ну и так, главный убор. Гарнитура, да нет, это ничего не нужно. Так, перчатки. Перчатки снайпера. Цвет масхалата. Рюкзак. Это у нас здесь у нас остался позвоночник экзоскелета. Здесь есть этот самый технический камуфляж. Но он сейчас, по-моему, он недоступен будет. Он будет недоступен, поэтому давайте выберем позвоночник экзоскелета. И у нас будет фул набор. Так. Нашивки. Баги. Америка. Америка. Так, милитари. А что у нас, кстати, милитари? Давайте у нас. Снайперский. Понятно, тут половина закрыта. Так, разное, что тут в разном есть. Давайте вот это прикольно. Так. Одежда закончена, аксессуары закончены. Что за специальная экипировка? Ага. Нет, это нахер нам не нужно. Костюмы. Один. О, смотрите. Это, короче, с разных этих игрушек. Ghost Recon. Division. Играли в нее Assassin's Creed, ёпта.
Интерстелл. Ого, прикольно. Как умирающая земля. Охотник на йети. Это я, кстати, открыл. Там я вам покажу, где этот йети находится. Форма морпехов. Так, понятно, ладно. Облики. Элла. Есть. Кирпич. Санта-Бланка. Тут, кстати, есть классные облики. Короче, я вам сейчас покажу. Там фьюз. Вот тачанка прикольная. Блин, офигенный, да. Смотрите, ФСБ России, блин. Шапка в шляпе, сфера, короче. Этот облик можно открыть за ящики. Найдите этот предмет в ящиках сил спецопераций, ящиках Ghost War и ящиков престижа. Я вам сейчас покажу, где они находятся. Короче, вот тачанка классная. Потом... вот фьюз. Тоже ФСБ. Все дела, короче. Это для открытия этого предмета войдите в магазин. Да нихуя там, просто не войдите. Так, teacher. Вот капкан. У меня на другом аккаунте был вот этот вот, короче, снайперский прикид, горка. Все дела тоже, видите, ФСБ. Офигенный вообще. Ну, у меня такой же костюм был, когда я служил в разведке. Так, и вот глаз. Тоже, короче, это оперативник. Это сразу видно по, ну, тупо шапка, наушники. Это тупо оперативник, короче. Вот. Но не факт, короче, что вам они выпадут, эти. Я вам сейчас просто покажу. Так, внешний вид создали, все, сохранить персонажа. Я поставлю на сложный режим. Игрушка не такая сложная, как бы. Но. Этот выбитый агент. Ты знал его? Он был мой друг. Сочувствую тебе. У нас такая профессия, но от этого не легче. Нет, не легче. Наверное, ты здесь бывала. Да, я прожила тут 5 лет. В качестве сотрудника международной помощи. Жизнь нелегкая, но как прикрытие идеально. Ну и вертолет прилагается. Как въезд в страну? Из Манауса бизнес-классом. Можно приступать к работе, так? Автостопом из Баранко, Перу. А ты как? В автобусе от Жужуя в Аргентине до Виллисона у меня была бутылка в руках. А от Пинчуги в пути все держатся подальше. Вот почему ты воняешь, как жопа. Я про вас слышала, ребята. Я начинала службу в Москве, когда провалился путч. Говорили, вы к этому причастны? Это был кто-то другой. Мы там не бывали. Не часто встретишь живую легенду. Расскажи ты моему сынуле. Может, начнет слушать меня и мусор выносить. Трудно быть тем, кого официально не существует. Думаешь, Карен Боуман из гуманитарной миссии? Ты наверняка знаешь, что обезбашенные люди могут сделать с другими, когда уверены в безнаказанности. Ну вот что я скажу. Неважно, насколько бесчувственности в тебе прибавилось, но мечтать тебя поразит. Его религиозность
сродни наваждению. Он дал обет и бедности, и целомудрие. Если он занимается этим не ради денег или девочек, то ради власти. В опергруппу входят сотрудники ЦРУ и других ведомств. Я командую операцией. Официальное название — цареубийца. Докладывают о вооруженных отрядах местных. Это группа повстанцев. Они оказывают сопротивление как Единству, так и Санта-Бланке. С их лидером мы встречаемся после высадки. Боливийцы нас ненавидят, но будем надеяться, что враг моего врага окажется другом. Только не поворачивайтесь к нему спиной. Четыре солдата? Это и есть обещанная помощь. На это Сандоваль рассчитывал. Погиб всего один янки, а нам прислали горстку солдат. От пуль Санта-Бланки погибли сотни боливийцев. И откуда мне взять сотни других? Никаких американцев здесь нет, забыли? Эти солдаты — наша лучшая группа в области тайных спецопераций. С ними сотни бойцов вам не нужны. Вам знакомо слово «гордыня», сеньора Боуман? Знакомьтесь, Пак Катари, командир группы сопротивления Катарис-26. Мы будем вместе разрушать организацию Санта-Бланки. Они уже 6 лет воюют с Санта-Бланкой и продажными чиновниками. Скоординируем задачи. Для этого нет времени. Мы установили, где находится Амару. Амару? Нашли его? Амару — один из основателей Катарис-26. Даже более того. Наша группа основана на его идеях. Без его учения об аграрном пролетариате не было бы организованного сопротивления Санта-Бланке и коррупции в правительстве. Амару нужно спасти. Поможете моим людям, и тогда завоюете мое доверие. Где он? Точно неизвестно. Мы знаем, что он в этой провинции, и есть человек в Санта-Бланке, который в курсе, где именно. Я свяжусь с центром. Может, они подбросят нам информацию? Начинайте поиски этого лейтенанта и сообщайте мне обо всем через спутник. Удачи. Спасти Амару для нас очень важно, янки. Постарайтесь не убить этого парня из Санта-Бланки, прежде чем сможете его допросить. Так. Ну вот, короче, такой красивый игровой мир здесь, но реально шикарный. Мне очень нравится, как он сделан. Трассировка лучей, короче, у меня все стоит на ультрах. Да. Игра 2017 года. Вот, на ультрах она ест 5 гигабайт. Это только видеокарты. Выследить смотрящего. Может, даже у меня очень серьезная машина собрана. Вот, у меня компьютер очень мощный, я его собирал и для VR. И иногда даже у меня эта игра может, ну, где-то фризануть. Вот, короче, это линейка Tom Clancy. Все эти вы, наверное, играли там, всякие... где Сэм Фишер, там эти Splinter Cell части. Вот видите, подфризила сейчас немножко игра. Вот это то же самое, только здесь просто нереально гигантский игровой мир. Я вам сейчас покажу, да, вот мы сейчас вот здесь вот стоим. Вот видите, да, этот пятачок. Вот он, пятачок, дом. Дворик этот. Вот я его увеличил сейчас, да. Вот мы здесь стоим на дороге, вот смотрите, я сейчас отдаляю. Ой. Блин. Загрузится так. Вот я отдалил. Просто смотрите, это вот вся карта, это капец. Тут озера. Вот здесь вот в этих провинциях джунгли.
А вот здесь вот снег, короче, вот тут вот пустыня. Вот, смотрите на карте, здесь показанные, мы еще никого не видим, не знаем. А, это боссы. Боссы, которые, ну, работают на... Сейчас я отдалю. Вот боссы. Вот мечтатель, это самый главный босс. У него есть, грубо говоря, левая рука, правая рука, левая нога, правая нога. И у них также вот есть ихние замы. И у этих замов есть еще замы. Так вот, чтобы добраться до него, до этого нам нужно сначала будет вмазать всех вот этих. А вот этого, по-моему, он потом открывается. А потом вмажете этого, потом этого. И у вас вот мечтатель не откроется, вам надо всех будет закрыть вот этих. Игра как бы не на один час, не на один день, я думаю, даже не на один месяц. Как бы очень долгая, интересная. И с сюжетом. Вот. Так. У вас немножко половину не будет показывать, потому что я играю, у меня монитор разрешения 3840 на 1080. У меня 49 дюймов монитор. Такой плоский, широкий, и он не показывает все картинки. Он у вас, грубо говоря, будет писать чисто вот 1920 на 1080. Как всегда в Том Клэнси, отъебанная физика, блять, автомобилей. Вы сейчас увидите, это просто, ну, просто мусор. Сейчас полсыки сядут, поедем. Ну, ездить можно, короче. Вот. Вот вы сейчас на своем экране вы не видите задание, которое горит, и вы не видите мини-карту, но я ее вижу. Видите, подлагивает чуть-чуть физика. Ну, не физика, а графония чуть-чуть под... есть такое, притормаживает, прорисовывается, блин, потому что здесь они сделали, сейчас я вам покажу, они здесь, короче, сделали здесь на деревьях, когда вот ветер или гроза. Видите, они все шевелятся. И смотрите, трава, листва на деревьях, видите, все шевелится. И это все жрет графон. Если, допустим, у вас 8-гиговая карта, я вам сразу говорю, у вас будет так тупить игра. Просто жесть на ультра. Хотя, блин, вроде 5 гигабайт. И карта 8 гигабайт. Вы будете думать, блин, что за херня, почему она фризит. Я не знаю почему. У меня видеокарта стоит 16,5 гигабайт. Ну, грубо говоря, 16,500 буста. И у меня стоит оперативки 128 гигабайт. У меня стоит AMD-шный процессор, самый последний. И у меня стоит материнская плата, серверная под 4 видеокарты. У меня VR так не тупит, как... Ну, четче идет, чем вот эта игра. А как бы играть можно, видите, ну как бы нормально, да? Но все равно вот эти фризы, они иногда подзаебывают. Есть такое. Жалко, что вы, конечно, не видите видеокарту. Я просто, если бы я писал в том масштабе, в котором я играю, видео получится на ютубе, мне просто один приятель сказал, что, ну, не очень красиво получается, в том плане, что оно растянуто. И у большинства людей у них мониторы именно 1920 на 1080. Так, у нас пушка с глушителем. С глушителем. У нас в данный момент доступен только один синхронный выстрел. Сейчас мы им воспользуемся. Сейчас мой напарник прицелится в него. Все готово. Я зажимаю Q. Щелк. Готов. Так, у нас есть дрон. Есть дрон. Можем начинать. Подождите, а где дрон? Так, это лечь. Дрон в полете. Вот дрон, все. Полетели. Смотрите, графика красивая какая вообще. Так, сигнал херовый. Один с пистолетами-пулеметами. Вижу цель. Вперед.
Я уже танцует, он кстати. Так, вот еще один. Так, окей. Кстати, есть еще. Здесь можно давать команды своим точкам. Можешь перегруппироваться. Все сюда, ко мне идут. Принято. Можно атаковать, нажать, они побегут мочиться. Вот. Сейчас я вам еще покажу. Здесь есть кастомизация оружия. Вот. У меня здесь открыто до хрена стволов. Это еще с той части я играл. Вот, но здесь будет. Вот это, кстати, плохие новости. Во, есть, короче, она закрыта. И она, скорее всего, в ящике, видите, судя по эмблемке. А мушкет у меня есть. Есть вектор. Каждый ствол здесь можно кастомизировать под себя. Вплоть до спускового крючка. Так, ну давайте посмотрим сейчас винтовочки. Вот категория оружия, автоматы. Это чисто автоматы. Легкие пулеметы. Пистолет-пулеметы. Вот я вектор выбрал. Так, вот снайперские винтовки. Но у меня здесь, блин, все закрыто. Сейчас будет вот черная вдова открыта только. Российская винтовка. У него, по-моему, прицел не очень. Сейчас мы здесь... Вот. Грубо говоря, вот она сама такая винтовка. И кастомизировать я ее не могу, потому что... Эту винтовку она выпала. А с ящика у меня, да. Да. Короче, у меня доступно вот всего 5 винтовок. Это 7 винтовок, и это все с ящиков. Так. Вот есть у нас арбалет. Классная штука. Убивает с одной стрелы, бесшумная, вообще без палева. Так. Давайте посмотрим автоматы. Вектор, конечно, прикольный пистолет, пулемет, но... А вот мой Division этот. ОВС. У него тоже, видите, урон, точность, обращение, дальность. Вот нужно смотреть. Вот эта точность получше. Точность получше, но... Нам нужно что-то такое помощнее. М-ка. Пока вообще шлак, он, видите, да? Подождите, а его... Вот этот можно тоже нельзя, видите, модернизировать. Нам не подходит, потому что... Нам нужно с глушителем. Нам нужен ствол с глушителем. Ладно, давайте возьмем вектор пока. Ну, с глушителем оставим вдову. Так, по пистолетам что? Пистолет у меня с глушителем. Вот можно взять вот такой вот. У Джека Воробья, блин. Ну ладно, так. Оставим этот дрон стандартный, пока все, короче, закрыто. Так, также можно здесь... Режим Тайр откроется, когда мы вот достигнем 30 уровня. Там потом будут такие пушки классные давать. Так, испытания. Можно проходить испытания, и вам будут начислять очки, которые вы потом сможете обменять на ящики, короче. В этих ящиках выпадают всякие винтовки, там скины, бла-бла-бла. Так, кооперативный режим. Нам пока играть не с кем. Эта карта. Вот здесь еще можно прокачивать своего персонажа, то бишь. Отряд прокачиваете, поддержку повстанцев. Здесь повстанцы, короче, вы можете их по рации будете вызывать. Они будут прибегать и вам помогать пиздиться с этими. С этой мафиозней. Так, ладно, я давайте не хочу пойдемте. Напугать объект. Прикрутите глушители. Есть тоже.
Я иду на позицию. Сейчас он прицелится, когда вы увидите, там вот она станет. К стрельбе мерцать. Готов. Все. Готов. Все. Так, он готов. Тут также надо собирать ресурсы вот эти вот, потому что они потом пригодятся, да, для улучшения повстанцев. Менять положение плеча также на колесико, как во всех играх. Колесико мышки. Ладно, закончили. Тут один боевик. У сторожевой вышки. Так, мы сейчас подождем, пока он отойдет на ту сторону. Наша цель. Этого поса долбанем в вышке, который стоит. И этого допросим. И куда ты пошел? Так, все, он уходит. Электронный выстрел. Он сейчас его сам снимет. Зажимаем. Цель ликвидирована. Ты что, ты орешь? Все круто, все круто. Так, запросить. Слушай меня, придурок. Ты отвечаешь на вопросы. Иначе я всажу пулю тебе в брюхо. Тебе ясно? Остынь, козел! Чего ты хочешь? Козел, блядь. Где его искать? Там баба, блядь. Ты серьезно? Вот чего тебе надо? Не вопрос. Он на ферме Атоя. Вперед! Там узнаете, что мы делаем с теми, кто идет против картеля. Нам нужно спешить. Амару уже старик. Под пытками он долго не протянет. Черт, если у них было время поработать над ним, то он может быть уже мертв. Все может так, быть. Так, внизу есть челики. Картель не убьет его, пока не вытянет все, что Амар узнает. Мы не можем рисковать. Слишком много от этого зависит. Идем. Блин, дрон пока херовый. Но дрон улучшается, я вам показывал. Там нужно и батарея улучшается, она не садится так быстро, как здесь в доме есть еще один хер. Ну да ладно. Картель не будет сидеть и ждать, пока мы обнаружим и спасем Амару. Так. Ясно. Сейчас выйду на позицию. Быстро вам этим будет выяснить. Боевая готовность. Стреляю. Надо всегда быть здесь аккуратным, чтобы, потому что тут по дорогам тоже ездит, короче, патруль. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Бать тупой. Так, все чисто. Ресурсы собираем. Нам потом это все пригодится очень-очень-очень. А он находится на ферме, да. Так, вон там вот, видите, желтая точка. Блин, жалко вам, вот мини-карту вам не видно. Ну, в принципе, да ладно. Представьте, что я играю на максимально сложно. Можно без этих уехать челиков, они у вас, вон, видите, появляются в тачке сразу. Потому что без них нельзя. Жажда крови. Многие философы и теологи писали, что человек как красиво играет существо, которое убивает ради удовольствия. Но уверяю вас, я видел, как собаки ради удовольствия загоняют зайцев. Можно в нее играть кооператив, короче, до 4 человек. И прикол в том, что здесь сюжет будет проходиться одновременно у всех сразу. Знаете, обычный кооператив, если, допустим, вы играете в коп, включаете, к вам присоединяется ваш приятель, вы начинаете играть, то процесс будет сохраняться именно у человека, который создал этот коп. Здесь.
Да, здесь по-другому. Здесь, короче, будет задание у защитника у всех. Ну, если, конечно, я буду играть, я сейчас играю, потом создам кооператив и ко мне присоединяться. Но те задания, которые я прошел один, они не будут пройдены у того человека, у тех людей, которые ко мне присоединятся. Но их можно, они могут. Блять, здесь в лесу, короче, стоят челюсти. Открыть огонь! Вас понял. Открыть огонь. Как завалят, вон они стоят. Огонь! Да. Все. Одним врагом меньше. Тут поблизости солдаты картеля. Отпушили. Так. Здесь мы пойдем пешочком. Просеки открываем. Еще ваши челики дают разведданные. Есть еще одна цель. Вижу третьего. Тут как бы немало, да, этих. Этот пятый. У нас дрон пока слабенький. Вот уже батарея садится. Смотреть по сторонам. Батарея садится, видите, он далеко улететь не может. Вижу цель. Рядом так, но мы всех обнаружили. Так, я возьму снайперку. Аккуратнее, в квадрате гражданские. Блин, они все так кучно ходят. Вот эти двое, нет, один отходит, да. Сейчас мы его шлепнем за домом. За них второй идет. Занимаю позицию. Все готово. И он там присел. Они тебя увидят, стой. Открываю огонь по этим. Ему крышка. Они нас заметили. Так. Давайте без шума, эти парни почуяли неладное. Это не попадают. Вроде бошку его вижу, блять, но я не попадаю. Стрельбе готов, идут прямо на нас. Босс, идея есть? Так, он готов. Можно сделать вот так вот, смотрите. Огонь! Огонь. Ясно. Сейчас они их перещелкают. Они снимают глушители, короче, начинают валить их. Среди боевиков много бывших военных. Стрелять зрячие. Если Амару попадет под шальную пулю, операция цареубийцев... Погоди. Лохи твои дела. Так, завалили меня. Ну, сейчас меня наши поднимут, сейчас они задолбят. И меня поднимут. Держись, я иду к тебе. О чем я вам говорил, будьте аккуратнее здесь на дорогах, короче, эти... Пацаны ездят, короче. Вернемся к делу. Не наши, так сказать. Если попадет под шальную пулю, операция цареубийца провалится еще до начала. Ну пошли. Ну представляете, на сложном режиме играть. Проходите, у вас одна жизнь, не дай бог, вас вот так завалили. И потом завалили ваших напарников, все. Шансов у вас нет. Начинайте все заново, весь сюжет. Так, ящички собираем.
как раз то, что нужно. Agarraron a la persona que no debían. Exijo que me saquen ahora mismo de aquí, bestias. No se importará de usted. Lo que ha hecho por mí no tiene precio. Вы Амару? То, что от него осталось. Мы вытащим вас отсюда. Хорошо. Полечу я. Так, где наши пацаны? Давайте быстрее. Так, что уселись, полетели. Куда вы меня ведете? К вашим друзьям. Так, пока Тари заключил сделку с проклятыми Янки, молодой дурак. Обсудите это с ним, сеньор. Проклятыми Янки, блядь. Вытащили из жопы нахрен, что ее будет. Смотрите, как красиво, да, смотрите. Просто шикарная тропа. Виды классные. Здесь не то, что графа, а графа там к дереву подходишь, блин, видно прямо листочки, знаете, как этот. Ctrl-S, Ctrl-V, блядь, сделаны, но в совокупности как бы вот сверху все вот это вот вообще выглядит офигенно. Вот здесь сейчас, по-моему, откроется самая первая винтовка. Если вы будете, вот так, начнете играть, у вас, да, оружейный ящик. У вас не будет там всякие за ящики, вот эти вот винтовки, то, что у меня там вдова есть. Здесь, по-моему, сейчас откроется первая винтовка. Да. М45. Так, эвакуировать. Ты ранен? Санта-Бланка не самая привлекательная хозяйка. Меня тошнило от разговоров о любви, которые вели эти дьяволы. Но вот методы допроса у них... Это были методы. Юрий и Полито? Да, Юрий и Полито. Эти ублюдки пытали Сандавали, когда мечтатель его допрашивал. Я хочу найти их. Когда освободили Амару, видели только простых бандитов. Но я не видел Юрия и Полито вот уже дня 3 или 4. Не знаю, где они. Надо узнать больше. Мы обыщем каждую деревню и каждый лагерь. Кто-то должен что-то знать. Поройтесь в компьютерах, опросите вражеских офицеров и гражданских. Что угодно. Будем искать везде. Будем искать везде. Понятно. Так. Внимание! Сейчас придет файл Боумен о Юрии Полито. Так, давайте посмотрим. В ту ночь, когда погиб агент Рики Сандоваль, в комнате было 4 человека. Мечтатель, глава картеля Санта-Бланка, Рики и еще 2, Юрий и Полито. Юрий и Полито встретились в больнице, в Чьяпасе. Полито был в интернатуре, а Юрий была медсестрой. Любовь с первого взгляда. Они больше не разлучались. Идеальная любовь. Однажды скорая привезла раненого бандита по кличке Чума. Он был на волосок от смерти, но Юрий и Полито спасли его. Чума осыпал их подарками, присылал приглашения на эксклюзивные вечеринки, подарил машин. А вскоре взял их на работу в картель Санта-Бланка в качестве медперсонала. Но не это было их основным занятием. Юрий и Полито хорошо знают тело человека. Они знают, сколько боли может выдержать человек. Знают, как поддерживать человека в сознании, чтобы он чувствовал боль. А главное, они знают, как причинить боль. Этим они и занимаются в Итакуа. Когда кто-то молчит на допросах Санта-Бланки, Юрий и Полито развязывают ему язык. Ломают людей. Итак, в ночь смерти Рики Сандоваля в той комнате было 4. Мечтатель, Рики, Юрий и Полито.
Рике не давали умереть, пока мечтатель пытал его. В течение 47 часов подряд. Они сломали Сандоваля. Потом мечтатель убил его. Собственно. Да и вот такие мрази, да? Ебать, там жаба, блядь, смотрите какая. Так, окей. Нам доступно улучшение. Я предлагаю улучшить дрона. Ночное видение нам пока не нужно, а вот батарейку. Батарею, наверное, нужно. Я не могу. Почему я только могу ночное видение? А вот, смотрите, нам ресурсов хватает, блядь, это же все очень... Так, отряд. Дополнительный синхронный выстрел. Я пока. Окей, нам что-то стало доступно. А, эта винтовка открылась. Сейчас посмотрим. Вот она, винтовка открылась на МП. Окей. Сводка по Юрию Ипполита. В системе безопасности Санта-Бланки им отведена ключевая роль. Не забудьте ознакомиться с отчетом Боуман об их иерархии. За безопасность отвечает некто Кирпич, телохранитель и друг детства мечтателя. Чума — младший брат Кирпича, злобный говнюк. Крайне активен в соцсетях. Шеф головорезов картеля. Охота началась. Нам нужен мечтатель, и мы должны добраться до него через подчиненных. Цель номер один — Юрий Ипполита. Ищем, выслеживаем и ликвидируем. Ола. Вот эти знаки, восклицательные знаки, это разведданные. И так мы можем собирать, короче. Есть вот простые разведданные, но вот через эти, грубо говоря, восклицательные знаки мы будем узнавать больше какие-то тонкости о этих мудаках. Так, вот здесь вот на дроне можно подняться и знаки вот. Оп, деревня, вот так. Окей. Локации открывать нужно там. Кажется, ну. Вот еще один. Так, ну можно сейчас дойти вот до этой деревни, она по прямой. Боеприпас. Здесь, кстати, ездит много конвоев с ресурсами. Блин, вот в этой деревне тоже есть файл сыроубийства. Надо забрать. Сейчас я уж помечу. Намат на линии по Катаре. Похоже, ему нужна помощь. Соедини с ним. Юрий Ипполита подорвали боевой дух. Революционный огонь почти потух. Меньше слов, Катари. Просто скажи, что тебе нужно. Автоколонна снабжения картеля скоро пересечет провинцию. Ее захват обеспечит моих людей припасами и поднимет их боевой дух. Вы можете это сделать? Не вопрос. Что за чертовщина? Согласно GPS, это Ерпиль. Никаких следов боя. Это дополнительное задание. Так. Здесь еще просто город призрак есть. То ли картель, то ли собаки всех разогнали. Теперь мы Паку Катари подчиняемся. Катари нужен этот конвой. Отдадим его ему. Чем больше он зависит от нас, тем больше мы можем получить взамен. Есть, отсканировал. В деревню спустимся, вольнем. Вольнем там офицера, допросим, короче.
Так, я открыл улучшение, два синхронных выстрела, то бишь теперь можно за раз троих, короче, снять. Максимальное, вот максимальное этот, ну, еще один этот самый выстрел. О, так, я вижу на мини-карте здесь, короче, эти единства. Бойцы единства. Это намного серьезнее, чем эти наркокартели, ручки. Вон они стоят. Йо-йо-йо. Их вижу там цель. Трое. Гражданские. А вот и третий. Занимаю позицию. Сейчас займу позицию. Сейчас мы троих завалим. Цель усиленная. Поднимай контакт. Этот готов. Чисто. Ребята, как вы? Единство отличается от Санта-Бланки только чертовой униформой. Да нихуя, блядь. Пиздят они, дай боже, блядь, и униформу у них там. Бронежилеты такие, что там, блядь, заебываешься пробивать его нахер. Так, вот этот чел что-то знает. Ну-ка, эй, давай. Как дела? Давай улучшение. Грасиас, удачи. Есть. Так, припас. Это, конечно, все мелкие боеприпасы собираем. Вот 50 медикаментов. Тут, конечно, в идеале вообще тормознуть колонну. И в ней будет дохера. Так, вот здесь есть очки навыков. Давайте возьмем. У нас гости на пороге. Вот видите, двое идут. Я иду на позицию. Я могу не стрелять, и мои бойцы с ним. Есть ловушки. Все готово. Жду указаний. Веду огонь по мудакам. Все нормально. Так. А я снайпер. Да что это было? Вот стоит на ушке, видите. Его бошку было убить. Здесь снайпер. Отойди, пока не заметили. Так. Он этим единственным на баге проехал. Блять, их там двое на ушку должен. Занимаю позицию. Единственное, приехали, короче, где мы мазали. Цель выбрана. Жду указаний. Готов. Так. Можно, вот, кстати, в брейкпоинте там можно вот так же лечь и закапываться. Здесь, к сожалению, такой фишки. Где-то. Вот. Очень жалко. Вижу снайпера. Ясно. Нужна позиция получше. Ясно. Цель получена. Все готово. Вступаю в бой. Ему крышка. Пока все хорошо. Что же, лейтенант? Все нормально. В брейкпоинте мы там, блин, долбимся с всякими там роботами, блядь, новыми технологиями. Здесь все по классике.
наркокартель. Ла-ла-ла, короче. Вертушки летают. А вот здесь, короче. Я иду на позицию. Цель отмечена. Прямо в цель. Вроде не стыдно прицепить на парадную форму. Не только наш. Так, куда мы идем дальше? Я думаю, мы пойдем за вертуханом. Берем наш вертолет на вертолет. Конечно, пешком перемещаться, но вы сами видите, да, тут карта, вон, смотрите, вот. Бинокль возьму. Вон, блядь, туда аж можно залететь. Карта гигантская, просто пешком, блядь, бегать, это вообще Андреал. Тут потом вы будете открывать убежище, и там можно будет... там можно будет... Если вы увидите там во время записи стрима такую табличку GeForce, черный экран GeForce, это я, короче, просто сворачиваю игру, я проверяю, пишет ли программа звук, все ли четко там, чтобы потом узнать, как у меня там Death Stranding получилось, так что мне игра, короче, не записывала звук игры, просто программа взяла, удалила эту строку, которая записывала звук. Поэтому... Тут полно всяких лампочек и тумблеров. Сделаем, короче. Приказ атаковать. Принято. Мы растревожили осиное гнездо. Стреляйте, стреляйте. Черт, нас заметили. Да убейте их, ё-моё. Завалили все. Нет, еще один вопрос. Убиты. Их завалили. Огонь! Вас понял. Радиотехники тут дали. Круто. Это улучшение. При таком корабле контейнер будет. Вот, смотрите, видите, едет конвой. Но он едет в эту сторону, поэтому... Пока забьем первым. Локация. Спасение Камару. Амару. Так, так. Делать медаль покрасивей. Mm-hmm.
Это пули с пулеметом, короче, верхушка. Ниганом. Я не знаю, что в этой деревне, короче. Но мы сейчас, короче, вот здесь приземлимся и проведем разведку. Я думаю, здесь... О. Тут по-любому есть единство, это 100%, потому что это... Здесь гражданские есть. Ага. Ну, кстати, видите, по станции их можно, короче, клетку. А, замок вот сейчас разбиться снайперки, короче, они выбегут, подберут оружие, короче, начнут. Давайте так сделаем. Сейчас, смотрите. Калабанга, блядь. Сейчас будут долбить их там на себя. Потом в дальнейшем, короче, сможете вызывать чуваков, ставить, грубо говоря, метку вот сюда поставите метку, и они, короче, побегут драться за вас. Так, в данный момент мы можем, короче, давай туда послать свои. Ясно. Чё, погнали. Огонь. Здесь новые цели. Открыть огонь. Господи. Сейчас они там перемолят. Приляг, отдохни. Враг идет туда, где мы были раньше. Да. Давай. Да, иди. Ясно. Но ваших тоже могут ранить. Полный бардак. Надо быть аккуратным, чтобы их всех не завалили. Иначе вам придется через все мясо, короче, пробираться к ним, чтобы их поднять. Так, эти двое что-то то ли застряли, то ли хер поймешь, короче. Готовы. Огонь. Огонь, огонь, огонь! Все, мы и пошли драться, я тоже. Эй, идиот, блядь. Не вижу цели. Может, куда? Займемся разведкой? Все ко мне. Вас понял. Мы нашли гараж, где стоит спортивный автомобиль Полита. Захватим его, получим его GPS. Может, он расскажет нам, где Полита с подружкой. А
звонить Чеку. Так, нам перестрелка нужно между Единством и повстанцами. Что будем делать? Все? Черт, радость была преждевременной. Повстанцы сами по носу ездили. Так, ну я здесь бегаю, я собираю, короче, сейчас. Поберу всякие разведданные. Эти вот штучки. Я их на мини-карте вижу, вы их не видите. Поэтому... Эй, Юрий! Извиняюсь. Сколько этот уже тут болтается? Не знаю, любимый. Часов 12. Живой еще? Посмотри, дышит? А, смотри-ка. Уже умер. Похоже, насмерть задохнулся. Гляди, какой стоит. Вот срань, говорил же, накидка слишком тугая. Вот это эрекция. Сниму-ка я ему штаны. Юрий! Ай, ты что, ревнуешь к мертвецу? Да что за дела, Юрий? Ого! Хер этого покойника адски воняет. И за гигиеной он явно не следил. Но черт побери, как сардельку, замотанную в собачью волосню. Да помоги ты мне его срезать. Или как если кто очистил банан, покрыл его карамелью, а тот раз уронил на пол в парикмахерской. Юрий, завязывай. Тут маршрут вертушки их снабженцев. Наверное, нетрудно захватить ее и передать повстанцам. Давай займемся. Так, я открыл, да, вот здесь, видите, самолет угнать. И получим 2000 топлива. Это все круто. Так, надо даже. Короче, да, эти Юрия Ипполита, блядь, это просто... Я не знаю, но это, блядь. Такие вообще люди существуют, блядь. Не знаю даже, как их назвать-то, блядь. Да, что ты испугалась, робота? На самом деле, да, есть такие люди в реальной жизни, блядь, их там еще там, да поймают там, их там суд, не суд, блядь, да, они больные, их надо лечить, блядь, расстрел сразу, поймал пулю в бошку и все, не должны вообще существовать, мне кажется, и в обмороке, блядь. Похоже на координаты одной из антенн картеля, отключаем ее. А вот эти вот, это вот то, что мы сейчас взяли. Это операции повстанцев. Это операции повстанцев. И нам потом, видите, диверсия будет доступна. Так, на следующий пункт мы пойдем сюда. Вот сюда. Но это уже в следующей части. Потому что пролог получился. Маленький и немножко видео так изначально дать, поэтому спасибо ребятам за просмотр. Подписывайтесь, если вам понравилось, ставьте лайки. Не пропускаем следующее видео. Если зашло видео, я буду делать дальше. Если не зашло видео, то какой смысл мне просто так играть? Я ее уже прошел. Если вам интересно, то продолжим. Увидимся в следующей части. Всего доброго. Покедова.